Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала! Рада, что вы заглянули ко мне, и сегодня у меня обзор новых поступлений, кухонных приспособлений и всевозможных приятностей для кухни. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. В фикс-прайсе сейчас у нас, по крайней мере, все по 50 рублей. Вот интересная такая стеклянная доска, 22 на 10 сантиметров, доска разделочная, написано «стекло». Здесь, естественно, вот такие резиновые ножки прозрачные или силиконовые. Вот, она шла вот так, без всякой упаковки. Вот, здесь у нас половинка клубнички, и я ее буду использовать, возможно, для нарезки каких-то фруктов летних. Даже клубника, те же яблоки, те же апельсинчики. Вот так можно выкладывать и очень красиво подавать. Мне она понравилась своим таким ярким цветом и дизайном. Затем разделочная доска сердца. Конечно, стеклянные доски неудобны, на них резать совершенно неудобно. Почему? Потому что нож, во-первых, очень противно скрипит по стеклу, ножи тупятся, и получается вот такой очень резкий неприятный звук, особенно если шинковать картошку или капусту или что-то типа этого. А вот, например, подавать закуски, какие-то бутерброды, канапе, фрукты, овощи нарезанные крупно, очень даже удобно и красиво, а также как подставка под горячее. Мне нравится сам дизайн совы, одна спит, другая за ней ухаживает и защищает, а вторая готовлю с любовью. Я думаю, и как подарок, и как себе любимой купить, очень даже хорошая идея. Затем мне очень понравились такие цветные сепараторы для яиц, называется. Здесь марка «Уютные мелочи». И чем он хорош? Вроде бы, ну, такие сепараторы все мы знаем, все мы видели, у многих даже есть, валяются без дела. Но, во-первых, он очень веселый, смайлик. А во-вторых, здесь, посмотрите, если приглядеться, есть специальное приспособление. Такие, как бы, лапки, с помощью которых вы можете повесить этот сепаратор на край миски, и у вас руки будут совершенно свободны. Вы сможете спокойно разбивать куриные яйца и отделять белки от желтков. Затем увидела вот такую форму для сервировки. Это нас порадовала фирма Kitchen. Форма эта металлическая, из нержавейки. Вот она. Сейчас давайте уточним. Да, нержавеющая сталь. Вот таким образом можно сервировать салаты, гарниры, десерты и красиво подавать на стол, как это делают настоящие шеф-повара. Смотрите, сюда закладываем внутрь салат, прижимаем крышечкой и вынимаем форму, снимаем. Плавно поднимаем это кольцо. Вот, видите, само кольцо и крышка с ручкой. Вот такой будет результат, как красиво можно подать салат оливье. Я думаю, что очень многие хозяйки давно искали такие формы, но не везде они продаются или стоят очень дорого. Вот бегите в фикс прайс, наконец они появились, и я сразу схватила несколько штук в подарок, потому что это незаменимая вещь. Очень многие делают из пластиковых бутылок, но они не очень удобны, потому что они все-таки гибкие. А металлическое кольцо, оно более стабильно, устойчиво. И я хочу сказать, что вот это кольцо из фикс прайса, оно не уступает по своему качеству. Вот кольцо я покупала в Метро, оно более толстое, оно профессиональное, специально для выкладки салатов. Вот посмотрите, оно чуть больше, но это не играет роли, потому что это совсем чуть-чуть. Вот. И оно шло без крышки, а здесь еще и крышка, то есть можно сверху утрамбовать немножечко, уплотнить салат, чтобы он еще лучше смотрелся. А еще вот эти кольца можно использовать для вырезания кругов из теста, то есть назначение совершенно универсальное, оно обязательно вам пригодится, вот увидите. Так что вот это must have номер один. Также была удивлена и очень обрадована, увидев бамбуковые шпажки, целых 30 сантиметров, посмотрите, какие они длинные, и самое главное, здесь целых 100 штук, все это за 50 рублей. Вот. Они используются для приготовления в духовке или гриль, шашлычков, овощных, также куриных, а также я на них готовлю люля-кебаб. Это очень вкусно, очень быстро, и самое главное, вот вы купили фарш или сами сделали. Обязательно нужно будет замочить вот эти шпажки, вот, сформировать люля-кебаб прямо на этой шпажке, или куриную грудку немножко замариновали в специях, нанизали,
И все, и вы отправляете в духовку полчаса или 40 минут, 30-40 минут, и ваше блюдо вот такое вкуснейшее. Можно даже добавить лучок, овощи на шпажку, грибочки, шампиньоны, и блюдо готово. Это просто идеально незаменимое, а самое главное, очень вкусно. А самое главное, разнообразьте свой стол, свои блюда, и, возможно, близкие это оценят обязательно по заслугам. Также очень удобная вот такая узенькая силиконовая кисточка с прозрачной ручкой. У нее силиконовая ручка. Она удобна тем, что она не плоская кисть, смотрите, а круглая. Вот. И маленький диаметр. То есть вы можете мазать яйцом какие-то маленькие детали, вот края теста. И легко и удобно ее, естественно, мыть. 23 сантиметра кисточка. Также я взяла под цвет этой кисти силиконовой и сепаратора вот такую вот штуку, набор. Это здесь не одна штучка, вот такая слайсер для сырной нарезки, а также он называется как еще удалитель сырной корки. Вот здесь у него такая капитальная ручка, очень удобно держать. Но мне не очень понравилось вот это лезвие, конечно, я еще буду испытывать его. Посмотрите, там неровный край у самого лезвия. То есть, мне кажется, оно, может быть, возможно, придется его еще и заточить. Вот, затем здесь, это еще не все. В эту ручку, видите, как удобно, все компактно, помещается вот такое приспособление. В принципе, в руке держать удобно. Посмотрю, проверю, как оно в действии потом. Все вам покажу, вот. С помощью вот этого инструмента можно, смотрите, как нарезать на тонкие пласты, на тонкие ломтики сыр, как многие любят вот до такого полупрозрачного состояния. Также снимать корочку сыра одним движением и позволяет быстро и аккуратно подать сырную нарезку к столу. Возможно, баклажаны, может быть, можно резать еще такими ломтиками тонкими. Ну, все проверю, нужно будет посмотреть. Затем, тоже фирмы Kitchen, толкушка для картофеля. Но нет смысла объяснять, что это такое. Пропилен, нержавеющая сталь. Вот такая тут картинка. Я не знаю, чем она удобнее, но, наверное, вот благодаря этой пружине как бы компенсируется какая-то сила. Может быть, легче толочь картошку, может быть, она более устойчивая, меньше усилий нужно прилагать. Все попробую и расскажу потом, как она. По крайней мере, мне здесь нравится ручка, и за нее удобно держаться, потому что обычно вот другие ручки давят на область ладони, когда вы вот так вот начинаете толочь картошку, и потом вот здесь болит рука, ладонь. Здесь вот более удобная и пружина. Единственное, что мне не нравится, что она пластиковая, но... Так, довольно-таки удобно с ней управляться. Посмотрим, потом расскажу, как она в действии. И вот такой слайсер для нарезки. Аккуратная нарезка овощей, фруктов и грибов. Ломтики сразу попадают в емкость. Защитная крышка поможет проталкивать оставшиеся ломтики в чашу. Вот такие. Значит, полипропилен, полистирол плюс нержавеющая сталь. Вот так он выглядит. Крышка вот эта вот имеет разные цвета в ассортименте. Все это в магазине. Я выбрала специально такую. Мне нравится, что здесь метка, вот такая маркировка, что это для пищевых продуктов пластик. Вот такая крышечка с такими лопастями какими-то. Вот здесь у нас ножи. Так, вот таким образом мы можем вынуть, помыть. Это тоже хорошо, что она разборная. Вот так мы ее зафиксировали. Вот так одели крышку. Вот. И таким образом мы такими нажимающими движениями измельчаем, как бы мельчим зелень, наверное, фрукты, овощи, так как там написано. И все остается вот здесь в чаше. Потом, видно, одеваем крышку, проталкиваем туда овощи внутрь, оставшиеся, застрявшие. Снимаем крышку и высыпаем в салатник. Ну, тоже нужно пробовать все. Пока что непонятно, удобно, неудобно, нужно все смотреть. Очень красивые в этот раз шпажки для канапе и фруктов. Они натуральные, бамбуковые, около 10 сантиметров. Они были в магазине еще голубого, фиолетового и красного цветов. Мне понравились такие нежно-розовые. Это атласная ленточка, скручены вот такие симпатичные розочки и салатовые лепестки. Ручная работа.
И можно их использовать, ну, это все знают, как использовать шпажки. Посмотрите, как красиво, нежно будет смотреться стол вот с такими шпажками. Самое главное, они бамбуковые, необычные и очень хорошо сделаны. И здесь их 20 штук. Вот такая доска, она довольно-таки большого размера, у нее есть ручка. 27 на 37 сантиметров. Она универсальна. Почему? Потому что она может использоваться для детского творчества. То есть ребенок на ней может и лепить, и какие-то рисунки рисовать, чтобы не испачкать стол. Также она не затупляет ножи, не впитывает запахи и двусторонняя поверхность. То есть можно и так, и так. А самое главное, что она гнется. Вы нашинковали зелень, допустим, или какие-то овощи, вот так вот согнули. И отправляете всю эту зелень в суп или в какую-то салатницу, в тарелку. Это российское производство. Фирма Архимед. И тоже тут обозначение, значок для пищевых продуктов. Еще мне очень понравились кружки. Вот такие появились. Я долго ждала, когда они у нас появятся в магазине. Из прозрачного толстого стекла. Сделаны они в России, в городе Гусь-Хрустальный. И чем они мне понравились? Тем, что здесь сюжеты из вкладышей, из жвачек Love Is. Вот. И самое главное, что с переводом. Вот, например, здесь любовь – это то, что приходит в любую погоду. Вот мальчик с девочкой под зонтиком. А здесь любовь – это попутный ветер. Очень веселые, интересные кружки. И можно купить несколько и менять их в зависимости от настроения. Эта кружка, мне кажется, вполне годится для подарка. Привлекла меня еще каменная керамика. Вот такая, 400 мл. Посмотрите, здесь вдавленный такой орнамент, рисунок. Именно вдавленный, а сверху все покрыто цветной глазурью. Тоже были разные цвета. И цвет такой приглушенный. Это приглушенный такой розовая пудра. Также был приглушенный голубой цвет. И, по-моему, еще оранжевый или зеленый. Вот, изнутри они не белоснежные, эта посуда. Вот, это пиала. Видите, немножко такой цвет топленого молока, что ли, или слоновой кости. Очень приятно ее держать в руках, эту посуду. Вот, также там такие же есть кружки и вот такие пиалы. И последняя покупочка мне очень понравилась. Вот такая штука. Креативные идеи для жизни, называется, держатели для заметок. Таких я еще не видела наборчиков. Это пластик. Здесь у нас вот такие фигурки. Это держатели для заметок в виде пиратов. И они устанавливаются, посмотрите, на клавиатуру. Надежно удержат ваши заметочки, чтобы вы не забыли прийти на какую-либо встречу или сделать какое-либо дело. То есть будут своеобразными памятками, а также веселым развлечением. Особенно для школьников или студентов, которые очень устали от своих уроков и различных зубрежек. Вот, так что я думаю, такой наборчик придется по душе многим. А на этом мой обзор закончен. Если вам было полезно это видео или интересно, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные для вас выпуски. Всем пока и оставайтесь со мной.